Ariston mehmonxonasi sizning barcha talab va istaklaringizga munosib joy va xizmatlarni taklif etadi. Shinam, keng va yorug' xonalar. Sizning orzularingiz ushaladigan manzil. Assalomu alaykum qadrli futbol shinavandalari, efirda Football Time. Bugun ham futbolmi deb hayron bo'lasiz, chunki 16-dekabr hali ham futbol davom etyapti. 20-dekabrgacha mavsum hali uzoqligi kuzatamiz. Bugun O'zbekiston Kubogining yarim finalida Qo'qon va Paxtakor jamoalari mana shu Qo'qondagi markaziy stadionda o'zaro bellashsa, Olmaliqda Hokimiki bilan Qarshining Nasaf jamoalari o'rtasidagi bellashuvning guvohiga aylanamiz. Bizga yaqinroq va qolaversa o'zimiz uchun qiziqarli deb bilgan mazkur bellashuvga tashrif buyurdik. O'ylaymizki, futbolchilar chiroyli tarzda o'yin namoyish etishib, muxlislarni xursand qilishadi hamda Kubok yarim finaliga mos ravishda futbol tomosha qilamiz degan niyatdamiz. Albatta, havoning futbol o'ynash uchun har tomonlama qulayligi. Kuni kecha masalan Farg'ona viloyati hokimi Xayrulla Bozorovning atayin Qo'qon futbolchilarini oldiga tashrif buyurib, ularni ko'nglini ko'tarib, Kubok finaliga yo'llanma oladigan bo'lsa, qandaydir va'dalar ham bergandir. Demak, rag'bat ham bugungi o'yin g'alabasi uchun narxi ham qimmat, rag'bat ham o'ziga yarasha darajada bo'ladi. Xullas, bugun bir mazza qiladigan futbol tomosha qilamiz. Yana o'yinlar davomida mana shu jarayonda fikrlar bo'lsa, yana bildirib o'tamiz. Ba'zi insonlarning suhbatini tinglashingiz mumkin. Hozircha esa futbolni tomosha qilamiz. Thank you.
Bye-bye.
Я начну от того, что полуфинал был очень, как сказать, честным, правым. Все команды, которые практически весь сезон были в пятерке, старались, весь сезон стабильно сыграли, надо это отметить, потому что год был очень сложным, много пауз, много заболевшихся футболисты, тренеры, наверное, и близкие наши. Так что клубы, которые реально стабильно провели сезон, это мы, НАСАФ, АГМК однозначно, Какан тоже держался всегда в первой пятерке. Так что я думаю, то это логично, и то, что вот полуфиналы были между ним сыграны. Что касается игры, мы хорошо подготовились. Мы знали, что поле нам не даст возможность сыграть тот футбол, который мы хотим играть, и быстрый, и в касаниях. Но я думаю, надо снять шапку перед футболистами, которые сегодня показали. Не оставили никаких шансов противнику, создали 3-4 моментов, забыли плюс еще 3 гола. Я думаю, что в течение 90 минут ни у кого не было сомнений, что мы могли не попасть в финал. Так что поздравляю Пахтакор с финалом. А Коканду хочу пожелать в первую очередь крепкого здоровья всем. И в будущем сезоне и следующем. И удачи и так далее. Мы чемпионы здесь идем на матч завтра. Мейдан хорошо, хотя мы хотели с футболчан, мы с Ашкен чакида гейм ушатуем. Давайте не будем комментировать так лучше. Жанна Шата, поздравляем, во-первых, с выходом в финал. Как вы знаете, сейчас через энное время начнется второй полуфинальный матч в Алма-Ате. Из двух команд сегодняшних, кого вы больше всего видите в финале, соперника ваш? Тем более, если учитывая, что в Алма-Ате играют ваши соотечественники, которых вы тоже хорошо знаете. Так что шансы... Прогнозировать кубки и кубковые игры очень сложно. Вот могу сказать, что в Грузии финал играли две команды первой лиги. Финал. Оба команды вышли из первой лиги. Даже не вышли. Финал играли две команды с первой лиги, не с высшей лиги. Оба команды, не одна команда была там, а оба вышли. Значит, очень многие Динамо, Тбилиси, и Торпедо, и все проиграли. И две игры, и две команды из первой лиги. Так что кубок всегда очень сложно сказать, кто хорош. Я думаю, что оба в хорошей форме. И НАСАФ, и АГМК. Игра будет очень интересной. Так что... Я только как болельщик уже сяду, постараюсь посмотреть игру, получить удовольствие, и что все, конец года, что все мы с травм прошло и так далее. Петр Юстинович, как вы в Грузии работаете, как первой команде Узбекистана Пахтакор? Сначала я вас
поздравляю на грузинском языке. Гирока Пахтакорос, улока чемпиона вас. Спасибо. Поздравляю Пахтакора с чемпионством. Спасибо. Усурбет, Карбонте вас. Желаем удачи. Усурбет, Карбонте вас. Что-то обиразит. Падло. Усурбет, Карбонте вас. Да. Хочет Кибучава. Карбонте вас. Уистера и... Всем, все, спасибо. Вот вы из Грузии, я уже 64-й год все грузинские команды наблюдаю. Там хорошие игроки были. Вот сейчас у нас только двое мне нравятся. И Ргуша Григашвили, и Кахи Махарадзе. Нельзя еще оттуда, как товарищ грузинов, игроков сюда приглашать. Конечно, можно. Конечно, можно. Надо искать. Тот, кто ищет, тот всегда находит. Так что я думаю, что грузинам тут всегда было комфортно. Всегда ваш народ, не только грузинов, а всех может принять, обнять, им почувствовать и дать всякий комфорт. Так что грузины всегда тут, слава Богу, хорошо себя чувствовали. Я думаю, что те традиции продолжаются и будут в следующие годы тоже, и в том числе и в футболе. И, ребят, надо приглашать, тогда искать таких, которые нравятся, пусть они приезжают и играют. Что-то встречный вопрос еще к этому вопросу дополнение. Вот вы столько лет работаете в Пахтакоре, и вот лично у меня складывается всегда такое впечатление, что когда-то вы тоже потянете хороших ребят из Грузии, чтобы в Пахтакоре играли под вашим руководством также ваши соотечественники. Там много талантов. Это чуть такой деликатный, сложный вопрос, когда ты зовешь из своей страны кого-то, всегда... ну, не знаю, на 10, на 15, на 20 раз он больше должен быть лучшим, чем местный. И кому-то как-то кажется, что кто-то кого-то поддерживает. И чтобы не было, конечно, тоже очень много вопросительных знаков, мы стараемся максимально местными кадрами. И вы видите, что у нас Драган, который играет уже, если не ошибаюсь, 5-й год, практически узбек, можно сказать. Да. И Драганов, можно его уже фамилию поменять. Так что... Или Чиранов. Да. Чаранджан, да. Тоже. Так что... И вот мы стараемся местными кадрами их поднять, академию поднять, местных талантов. Потом посмотрим, что как будет. Спасибо. Последний вопрос. Javob bilasham ki Saudiya Arabistoni Aliyasi futbolchi haqida gaplarga qaradi. Qancha haqiqatga yaqin, agar haqiqat bo'lsa, u qancha kitga transferga baho beradi? У него ещё год контракт с Пахтакором. Так что вы знаете, наверное, больше, чем я по этому поводу. Такие слухи появились, что мы же не слухи тут собрались обсуждать, а факты. Сегодня факт был хороший, играл. Спасибо вам, спасибо и удачи. Авваламбор, бу мавсумда охиридаги ўйин бўлди. Бу йилга ўтказилган мавсум учун футболчиларга шароитлар яратиб беришган учун раҳбариятимизга ва бизни оғир пайтда ҳам, яхши пайтда ҳам қўллаб-қувватлаб туришган учун мухлисларимизга раҳмат айтиб ўтган бўлардим. Бу мавсум шу нарсани кўрсатиб бердики, бизда umid bor, ishonch bor, muxlislarimiz, eng asosiy muxlislarimiz bizga ishona boshlashdi. Men o'ylaymanki, muxlislarimiz ishonchi qo'llab-quvvatlashib va bu darajadagi futbolchilarimiz bilan yanada kelajakka yaxshi ko'z bilan qarasak bo'ladi, ishonch bilan qarasak bo'ladi. Men o'ylaymanki, jamoa keyingi yilga bundan-da kuchliroq bo'ladi deb o'ylayman. Shu sababli yigitlarga yaxshi mavsum o'tkazishganliklari uchun, mehnat qilishganliklari uchun rahmat aytaman. Gapni ochib, bugungi o'yin to'g'ri Pahtakor haqqoniy g'alabaga erishdi. Pahtakorni g'alaba bilan tabriklayman, lekin hisob o'yinga mos bo'lmadi deb o'ylayman. 3-0 hisobidagi mag'lubiyatga yigitlar loyiq emas edi, chunki yigitlar bor kuchlari bilan harakat qilishdi, lekin baribir Pahtakorni tarkibda yuqori saviyadagi o'yinchilar ko'pligi, aytaylik zaxiradan chiqqan o'yinchilar o'yinni kuchaytira olganligi baribir o'z so'zini aytdi va ular yaratilgan imkoniyatlardan foydalanib g'alabaga erishdi. Yigitlarga bo'lsa bugungi o'yin uchun e'tiroz bildira olmayman. To'g'ri,
Bugün mağlubiyatga uchradik, lekin bugün yigitlar bor kuchlarini maydonda berishdi, maydonda qoldirishdi. Buni biz muxlislarni oxirida olqishlab kuzatib qolishganliklaridan ham bilsak bo'ladi va muxlislarga 3-0 hisobdagi mag'lubiyatdan keyin ham bizni qo'llab-quvvatlashganligi uchun rahmat aytaman va men o'ylaymanki, yaxshilikka umid bilan keyingi mavsumga tayyorgarlik ko'ramiz. O'yinda yana bitta faktorlardan biri shu bo'ldiki, mavsum oxiriga keldi, bizda kuchimiz ham qolmadi va zaxiramiz ham kamayib ketdi. O'yinni kuchaytiradigan o'yinchilar yetishmadi, muxlislar hujumni kuchaytirishimi talab qilib turishdi. Norbekovni tanladik, lekin Norbekov hamma ko'rdi, hali tayyor emas, bir oydan ko'p vaqt o'tkazib yuborgan, sport formasida emas. 15 daqiqaga chiqqanda ham baribir tayyor emasligi bilinib qolyapti. Shu sababli biz mag'lubiyatga uchrab turganimizda hujumni kuchaytirish uchun o'yinchi chiqara olmadik, afsuski. Va bugun mag'lubiyatga uchradik. Futbolchilar kamayib ketdi, mana shu vaqtda deyapsiz. Mana shu o'yin bog'oyga legionerlarni ham chaqirib o'tirib olib qolsa bo'lmasmidi? Endi Foppa finalga chiqardi, AGMK'dan nilbahorlar faqat Foppa ketmadi ko'rayapsiz. Bir tomondan bizda jarohatlar ko'payib ketdi. Ikkinchi tomondan ular 11 oy davomida uyda bo'lishmadi va Yosvich aga bilsalaring jarohat oldi. Jarohat oldi va u yaqin o'yinlarda bizga yordam bera olmasdi. Shu sababli biz Rayvas bitta joydan bo'lganligi sababli ularni ham birga qo'yib yuborishga qaror qildik. Bu rahbariyat, murabbiylarni va futbolchini o'zini xohishini inobatga olib va Yosvichni bu o'yinlarda qatnasha olmasligini inobatga olib biz ularga ruxsat berishga qaror qildik. Albatta agar Yosvich, Rayvats, Bambalar agar tarkibimizda bo'lganda hozirgidan jamoamiz kuchliroq o'yin ko'rsatishi mumkin edi. Lekin shunday qarorga kelindi va ular uyga ketishdi. Men o'ylaymanki, keyingi mavsumda biz Yosvich bilan agar kelishuvga erishsak, men o'ylaymanki, hamkorlikni davom ettiramiz. Bugun Qo'qon jamoasi O'zbekiston chempionatidagi to'p bilan munosabatda eng yaxshi bo'ladigan jamoaga qarshi juda ham oddiy taktikada o'ynadi. Markaziy himoyachi birinchi pas bo'ldi. Boshqa birinchi shu 65 daqiqa shunaqa o'yin bo'ldi-da. Boshqacharoq bir uslub tanlash imkoni yo'qmidi o'yinga? Balki o'sha nima deydi? Asosiy urg'u markaziy himoyachilarni yuqoridan uzatib berishi bo'ldi-da. Va jamoa qo'rqdi kuchi o'zi shunday ham hozir aytib o'tiribsiz, charchadi. Jamoa charchagan holida qo'rqdi pressing bilan to'p olib qo'yibdi-da. Lekin oldinda ijrochi yo'q. Faqat ikkinchi qavatdan pas. Faqat 75-chi minutdan uyog'iga jamoa sal qo'rqdi o'sha ikkinchi koptonni o'tkazib olgandan keyin sal koptonni kontrol qilishni boshladi. Shu narsani oxirroq boshlagan. Yo'q, biz uni o'yinni oldin ham aytib o'tganmiz, chunki Paxtakor jamoasi bilan 90 daqiqa davomida himoyalanishda imkoni yo'q. Mana shu sababli biz Paxtakorni to'psiz qoldirishdi va to'p nazoratini o'zimizning qo'limizga olishdi rejalashtirgandik, lekin bu oson bo'lgani yo'q, chunki raqib ham bunga imkoniyat bermadi. Hujumda ham aytaylik, sof hujumchi emas, yarim himoyachini qo'yishga majbur bo'ldik. Aytaylik, to'pni nazorat qilishni xohlasangiz, oldingi hujumga yaqin bo'lgan joyda to'pni saqlab turish kerak. Mana shu vaziyatlarda biz qiyinchilikka uchradik va himoyadan shunaqangi pasta orqali chiqishimizga baribir Paxtakor yaxshi pressing qilganligi sababli bo'ldi. Lekin biz bu vaziyatlarni ta'kidlab o'yinni oldi aytib o'tgandik, lekin har doim ham xohlagan narsamiz o'xshavermaydi. Shu sababli men o'ylaymanki, bugungi o'yinga tanlangan taktika biz Paxtakorda nimani hisobiga uchun kvalifikatsiya tomonidan Paxtakor jamoasi kuchliroq, tarkib tomonidan kuchliroq. Biz yakka kurashlarda kurashish, maydonda ko'proq harakatlanish va borimizni berib o'ynash jangovar futbol ko'rsatish hisobiga biz bugungi o'yinni g'alaba qozonishimiz kerak edi, lekin gapni ochig'i teng o'yin bo'lib turgan vaziyatda standart vaziyatdan gol kiritishdi va ularda bo'zonalar ko'proq paydo bo'la boshladi. Shu sababli yanada to'pni nazorat yaxshi qiladigan jamoa yanada ishonchliroq o'ynay boshladi. Baxtiyorjon, men sizni ehtiromlamoqchiman. Mana Qo'qon komandasi 1994-yildagi natijani yangiladi. 5-o'rin 1992-yildagi finalga chiqishimizga ozgina qoldi, buni ham yangiladi desak bo'laveradi. Mana shu kelgusi yilda mana shu sizni boshchiligingizda Zohid Nurmatov, Davron Fayziyevlar bilan birga ishlashlarini tilab qolaman, ham komandani kuchaytirishlarini tilab qolaman. Rahmat katta. Shu qatorda aytib o'tganingizdek, murabbiylar shtabiga birga ishlagan yigitlarga, butun jamoadagi administratsiya xodimlariga, vrach masalasi hammaga rahmat deb aytgan bo'lardim. Men o'ylaymanki, murabbiylar shtabi ham bu yil yomon shakllanmadi, bir-birini tushunib ishladik, lekin baribir
gap tortishib 5-chi o'rin yoki polfinalgacha keldik deb biz bundan xursand bo'lmagan bo'lar, chunki yigitlar bundan ko'proq ham qodirligini o'yinlar ko'rsatdi. Endi bu yerda aytaylik, omadga ko'p narsa bog'liq. Bugun aytaylik Paxtakor emas, boshqa jamoa agar tushganda qura natijasi ko'ra imkoniyatimiz ko'proq bo'lishi mumkin edi. Baribir Paxtakor hamma tomonlama aytib o'tgan to'p nazorat qilish bo'yicha ham, vaziyatlardan unumli foydalanish bo'yicha ham hamma tomonlama kuchli, buni tan olish kerak. Va bugun mag'lubiyatga ular haqqoniy g'alabaga erishdi. Lekin yana bitta narsa aytib o'tmoqchi bo'lgan bo'lardim. Hakamlar saviyasi bugun bunga butunlay mos tushmadi. Aytinglar, raqib tomon bu yerda aytinglik bahona emas yoki penalti qo'ymadi yoki bo'lmasam qizil kartochka bermadi, lekin ayrim vaziyatlarda Paxtakor tomonga ham biz tomonga ham xato qilib o'yinni ozgina asabiylashtirib qo'ydi, o'yin tizginini qo'ldan chiqarib yubordi va muxlislarda ham e'tiroziga sabab bo'ldi. Gap ochiq juda saviyasi hakamlik bo'ldi bugungi o'yinda. O'yin kutilgan ssenariy ostida o'tdi. Paxtakorning kuchliligi-yu Qo'qon jamoasining biroz holdan toyganligini barcha bilardi. Lekin iroda kuchini namoyish etishib, yarim finalgacha yetib kelganliklarining mezbonlarini o'zi katta gap. Qolaversa, bular chempionat o'yinlari yakuniga yetishi bilanoq dekabr oyida legionerlarning o'ziga javob berib yuborishgandi. Shuningdek, jarohatlanganlar soni, hujum chizig'ida nominal hujumchining o'zi qolmaganligi uchun ham tarkibda yarim himoyachilarni maydonga tushirishga majbur edilar oldingi chizig'da. Umuman bugungi mag'lubiyatdan xafa bo'lishdi yoki qattiq ranjishdi deyish uchun hech qanday asoslarimiz yo'q. To'g'ri, Qo'qonliklar finalga chiqishni juda ham xohlagan bo'lishi mumkin. Lekin Paxtakordek raqib bugun har tomonlama ustunliklarini har jabhada isbotlashdi. O'yin tomonida mahoratlarini ko'rsatib qo'yishdi. Bunda hech qanaqa haligi bir e'tiroz yoki norozichilik bo'lishi mumkin emas. Mana 90 daqiqa davomida kuzatdik. Qo'qon uchrashuvining boshida qandaydir qarshilik ko'rsatishga urinib ko'rdi. Lekin jismoniy tarafdan kuchlar yetmay qoldi. Mavsum oxiri, shuningdek charchoq alomatlari, o'yinchilarning kamligi va Paxtakor esa yaxshi bilasiz, mavsum davomida murabbiylarda tarkib rotatsiyasini amalga oshirish imkoniyatlari mavjud edi. Shuning uchun bugungi o'yinda ham masalan Vladimir Kozak, bular Akram Kamilovlar zaxiradan tushdi. Juda ko'p futbolchilar hali maydonda to'liq harakat qilmagan, mavsum davomida hali bir charchab ulgurmaganlari ham bor. Endi oxirgi 20-dekabrdagi o'yindan keyin Paxtakor futbolchilari ham ta'tilga chiqadi. Bugundan boshlab esa Qo'qonliklar. Hammasi yaxshi damlarda olib, keyingi mavsum uchun ham kuch to'plab, bu yilgidek yuqori o'rinlar uchun kurashadigan jamoa bo'lishini xohlab qolamiz. Bugungi Qo'qondagi o'yin haqida taassurotlarimiz mana shulardan iborat. Xayr, salomat bo'ling. Futbol Time'dan uzoqlashmaysiz degan umiddamiz.